Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Весенний привет всем, для кого КВН не просто знакомая аббревиатура, а как минимум нечто большее. Ну что ж, сегодня, начиная КВН, мы продолжаем мечтать. Сезон мечты. И если на предыдущих двух играх мы с КВНщиками мечтали как-то в границах реальности, и все, что происходило, можно было назвать мечтами наяву, то, как известно, человек склонен мечтать и во сне тоже. И вот, как бы не обращаясь к глубинам подсознания и не впадая в мистику, а как-то весело, чисто по-КВНовски, мы сегодня попробуем пройти и в этом направлении. Итак, третья игра сезона «Мечтаем во сне». Мечтой сыграть в высшей лиге КВН стал явью для третьей пятерки команд. Традиционно я начинаю с дебютантов. Чемпионы высшей украинской лиги КВН. Третья украинская команда КВН в сезоне высшей лиги. Команда КВН «Винницкие перцы». Второй сезон высшей лиги команда КВН «Ботанический сад», город Хабаров. Теми же стартовыми показателями команда КВН Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. МЭСИ, 7 холмов. Отдохнули, набрались сил, слегка изменили бренд. Знакомые лица. Команда называется «Казахи, Астана». И финалисты нашего прошлого сезона команда КВН «Триод-идиод», город Смоленск. Ну и еще одна группа мечтателей готова, не вмешиваясь, полагаю, в сны играющих команд, их, собственно, объективно оценивать. Речь о нашем жюри, к которому я, дорогие мои, с очередным предложением. Сейчас я вас представляю, и каждый из вас рассказывает о каком-то своем заветном сне. Может быть, о сне, который превратился в реальность. Не возражаете? Ну, правильно, куда же. Ну вот, я сейчас начну представлять одного из членов судейской коллегии. Она как раз пока подумает, о чем она будет рассказывать. Это дебютантка в качестве судьи высшей лиги нашего клуба. Она впервые появилась на телевизионном экране как член команды КВН, известной, замечательной, одной из лучших в то время команды КВН Новосибирского государственного университета. Потом, когда и команда, и она закончили... Это пока команде КВН Новосибирского университета аплодисменты. Потом, когда команда и она закончили играть в КВН, другие передачи в ее телевизионной судьбе появились. Но как-то я совершенно случайно в одном из журналов прочитал интервью с ней, где, когда ее спросили про КВН, она сказала что-то вроде того, что КВН... Ну, как-то я вот сейчас я даже не очень представляю, что это такое. Ну, вот чтобы она все-таки представила и на сегодняшний момент, что такое КВН, я пригласил ее в жюри и с удовольствием вам ее представляю. Татьяна Лазарева. Танюша, поделись каким-нибудь заветным сном, которым, повторюсь, может быть, стал реальностью, а может быть, самый твой любимый сон. Ну, во-первых, добрый вечер, дорогие друзья. Конечно, здравствуйте. В общем, как сны и мечты сбываются, у большинства людей. Сегодня моя мечта сбылась. То есть тебе снилось именно это? Ну, подождите, Александр Васильевич. Хорошо, жду. Конечно, каждому, кто стоял на любой сцене по правую руку от Александра Васильевича в этой игре, каждый, конечно, мечтал не только стать популярным, но и, конечно, посидеть вот здесь, на месте члена жюри. Я думаю, что вы тоже наверняка об этом мечтаете, дорогие друзья, поэтому... Спасибо, Александр Васильевич. Одной мечтой у меня стало меньше сегодня. С другой стороны, конечно, есть, конечно, еще одна самая тайная, самая заветная мечта КВНщика. Но это не избыточная мечта, Александр Васильевич. Раскалывайся, Татьяна, раз уж начала. Ну, я, пожалуй, при Александре Александровиче не буду говорить. В отличие от вас, Александр Васильевич, все все поняли. Уже большой мальчик, ты знаешь. Ты не заметила, но он уже большой мальчик, Александр. Нет, пусть хотя бы какие-то мечты не сбываются в жизни, Александр. Это была Татьяна Лазарева. Спасибо. Ну, можно сказать, что и дебютант высшей лиги, хотя он среди судейской коллегии находился и судил одну из КВНовских забав, музыкальный фестиваль команд КВН в городе Юрмале. Сегодня он в составе жюри третьей игры высшей лиги. Замечательный музыкант, певец Валерий Сюткин. Добрый вечер. Первая часть сна, как у Татьяны Лазаревой. Благодарности и респект, и большое удовольствие, что я сижу сегодня здесь. Ну, говоря от себя, я лечу на высоте 7000 метров. Страшно хочу спать, но смотрю КВН и не могу заснуть. Валерий Сюткин, ваши аплодисменты. Игорь Верник. Ну, я никогда не мечтал сидеть в жюри КВН. Я пока не комментирую, ну. Просто это было в моих снах. Но в самых кошмарных снах мне снилось, что я Овечкин. И что я несусь с клюшкой в поисках шайбы, а во рту у меня нет зубов. Но, во всяком случае, не всех. Я пытался проснуться и не мог. И самой еще одной кошмарной моей мечтой... Костя, я сейчас смотрю на тебя, я видел... Не отвлекайтесь на соседей. Пытайтесь закончить свою мысль. Я знаю ее точно, я думаю, стоит ли ее заканчивать. Костя, мне снилось, что я руковожу Первым каналом. Я вот сейчас думал, надо ли говорить об этом. Но это все осталось там же во сне, Александр Васильевич. Спасибо, я... Я понял два момента, что идея фикс у тебя все равно все-таки зубы. И второе, что мне надо поговорить с Константином Львовичем, надо ли тебе судить дальше, Игорь Вышел. Александр Васильевич, могу сказать, в попытке реализации второй мечты, результат первой обеспечу. После его второго заявления. Потом мы вернемся к председателю жюри. А сейчас я хотел бы услышать... Давно, кстати, собираюсь узнать, что тебе снится. Крейсер ты наш. Да, Юлия Гусман. Сейчас я засну. Спасибо. Вы знаете... Ну, во-первых, просто как комментарий all the records, но я потрясен смелостью старика Верника. Доселе ничем не заметный... Я уверен, что смелость именно то слово, ничем которое... Ничем не заметный худенький зубатый пацан поднял руку на две святыни нашей Родины. Я... Ну, Константин Иванович, я просто даже... Если я был бы Овечкин... И у тебя в руках была бы клюшка. Да, я без клюшки откусил бы голову за это. Но это теперь по делу. Вы знаете, у меня, конечно, был сон, была мечта. Мы играли в КВН. И я был пацан совсем. И мы играли в то время, когда играла Таня Лазарева. Мы это одно поколение КВНщиков. И вот я, правда, был старше на 4 года, и мы выиграли раньше КВНы. Но Танька, красивая, высокая, нежная девушка из Новосибирска, была... Позвольте, была... это же сон. Во сне что не привидится, даже что Верник Овечкин. Так вот, и я вам скажу, что и, как все КВНщики, о ней мечтал, естественно. Но она досталась тоже еврею, тоже врачу, совершенно построенному человеку, Семену Петровичу Шацу. Вот это удивительная история. Замечательный КВНщик, муж Татьяны Лазаревой, Михаил Шац. Миша, я как минимум должен восстановить справедливость относительно, что все-таки не Семен, а Михаил. Продолжайте, пожалуйста. Да, ну, в общем, мечта сбылась. Мы с ней рядом в жюри. Я счастлив. Вернулись золотые дни. Она по 43-й год. Спасибо. Председатель жюри Константин Эрнст. Добрый вечер. Когда еженочно люди видят сны, у них... ежедневно масса художественных движущихся образов. Я снов не вижу с детства, поэтому пришлось заниматься кино и телевидением. Спасибо, Константин Эрнст. Итак, если кто-то из молодых людей хоть одну игру в своей жизни в КВН сыграл, то эта фраза ему, безусловно, знакома. Ни пуха, ни пера. Итак, 3/8 финала. Конкурс номер 1, дорогие друзья. Приветствие. Ну что, теперь самое время заглянуть в сны играющих сегодня команд. Поскольку мы привыкли все-таки, даже вот из некоторых высказываний членов жюри, искать в реальности отражение наших снов, то тема приветствия напросилась как бы сама собой. Полеты во сне и наяву. В общем, спим, летаем и, по ходу дела, шутим. Приветствие. 7 холмов. Москва. Здравствуйте. Мы команда 7 холмов. Чтобы сегодня победить, нужно знать слабые стороны соперников. Итак, Хабаровск. Измождены дальней дорогой. Украина. Измождены политической нестабильностью. Казахи. Измождены политической стабильностью. Смоленск. Измождены настойчивостью. Какой настойчивостью? На клюкве. Ну и, наконец, Москва. Спокойно, стабильно, уверенно. Москва идет вперед. Меня зовут Эльвира, сегодня я буду вашим бортпроводником в полетах во сне и наяву. И сейчас мы с вами пролетаем над олимпийскими объектами в Сочи, где применяют новые методы для ускорения строительства. Слушай, по-моему, он не настоящий. Ты копай на всякий случай. Ну не может он целыми днями тут стоять. Премьер-министр может. Перерыв! Фу! Я ж тебе говорил, а ты мне здрасте. Здрасте. Не верю! В последнее время ведется все больше и больше мер по борьбе с коррупцией. Здравствуйте, я хотел бы приобрести вот этот земельный участок. К сожалению, это заповедник. Но, может быть, как-нибудь договоримся? Микрофон! Я понял. Может быть, как-нибудь... Видеокамера! Я понял! Может быть, как-нибудь... Жучок! Я понял! А вот теперь давайте разговаривать! Я председатель, это отдел по борьбе! Ой, ё, да тут не коррупция! Летим дальше. У нас древнерусская романтика в лесу. Иванушка! Аленушка! Иванушка! Аленушка! Иванушка! 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 Ваня! Аленушка! Иванушка! Аленушка! Случай в школе, случай из жизни, случай из жизни, случай в аптеке. Что? Случай из жизни? Пожалуйста, смотрим. Значит, сейчас съездим к родителям, а потом... Дорогой, а помнишь, ты мне обещал, когда я права получу, ты меня за руль пустишь? Слушай, давай в следующий раз. Ну, пожалуйста. Хорошо. Хочешь меня? Дамы и господа, если вы пришли на КВН с ребенком, то после шутки сначала посмейтесь сами, затем объясните ее ребенку. А мы летим дальше. Девка по саду ходила, да по зеленому гуляла. Здравия желаю, московская милиция! А что это мы здесь косим? Так стоять! Куда стоять? Наше приветствие проходит на высоте, но, по крайней мере, мы на это надеемся. Продолжим. Часто на телевидении ваши любимые передачи прерываются бессмысленными анонсами сериалов. Смотрим. Она была не такая, как все. Она не умела правильно ходить. Над ней смеялись все, пока не появился он. Отойдите от нее! Я сказал, отойдите от нее! Сегодня в 22:30 «Четырехногая любовь». Когда больше нет выбора. Ты опять пьешь? Когда эмоции перехлестывают через край. Мне не нужны твои нравоучения, отдай! Господи, неужели это никогда не закончится? Сериал «Икота». Может, похлопьте, я не знаю. Это и многое другое на VLAVA ТВ. Ну и в конце хотелось бы... Ребята, стойте! Мне сегодня приснился вещий сон, я все это уже видела. Что? Мы сейчас повернемся к Александру Васильевичу, и он нам скажет, ну что, долго еще молчать будем? Или не сейчас? Но после игры точно Юлий Соломонович оденет свою косоворотку, сигарку в зубы, сядет на трактор и давай по полям гонять! Лёль, по-моему, это бред. Тимур, ты думаешь, ты его 2 раза в год видишь, ты все о нем знаешь, что ли? И в конце сейчас играет красивая музыка, Валерий Сюткин встанет и скажет: «Семь холмов, Москва, моя любимая команда». Ну, долго молчать будем. Точно, сейчас, да! 7 холмов, Москва! Город без пробок и клуба, квартиры недорого стоят, столица с хорошей погодой, Москва! 70-е годы. Спасибо! Как я и говорил на первых 2 играх, из каждой 5 команд 1/8 финала в четвертьфиналы гарантированно проходит по 3 команды. Итого 9. Все это время на нашем сайте amik.ru мы получали предложение от вас, уважаемые болельщики, каким же образом, каким способом, каким методом нам выбирать 10-ю команду, которая продолжит игры в четвертьфинале. Предложения были самые разные. Какой из них мы выбрали? Естественно, я расскажу вам об этом в конце игры. Приветствую во сне и наяву, команда КВН «Винницкие перцы». Приехать одни. Встречайте, обладательница серебряной медали проекта «Выборы-2010» Юлия Владимировна Тимошенко. Она идет по жизни смеясь. Добрый вечер, Москва. Привет, тусовка. Я чё, собственно, приехала сегодня. Дело в том, что тема сегодняшнего конкурса «Полеты во сне и наяву» очень близка Украине, поскольку последние 5 лет мы либо спим, либо летаем в облаках. Люби россияны, только вы сейчас меня и можете понять. Это что ж за беспредел творится у нас в Украине? Это где ж такое видано, чтоб президент снял премьер-министра? Кстати, цена на газ для Украины должна быть гораздо выше. Это я только сейчас поняла. Ну и главное, Александр Васильевич, вы же президент. Когда там у вас в КВН будут выборы? Я уже готова стать премьер-министром. У меня даже команда хорошая есть. Ну, как у меня. Теперь у вас. Начинайте. Ну что ж, начинаем раскрывать тему снов. И для начала у нас сон гаишника. Добрый вечер, мой бонусный. Нарушаем. Проезд на красный, превышение скорости, двойная сплошная. Итого с вас 5000. Может, эта визитка начальника ГАИ чем-то поможет? Со скидкой 2700. Касса там, пожалуйста. Как известно, сны бывают не только приятными, но и кошмарными. Итак, представьте себе кошмарный сон украинской абитуриентки в Москве. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов. Тяните билет. Как это вы не знаете? Девушка, вы не поступили. Вау, какие девчонки, можно всех посмотреть? Учиться, учиться и еще раз учиться. Дорогие друзья, сейчас встречайте на этой сцене самый экстремальный человек Украины. Спасибо, друзья, спасибо! Я действительно самый экстремальный человек. Я прыгал с парашютом, я спускался по горным рекам. Я самый экстремальный человек. Кто? Ты самый экстремальный человек? Да. А ты на Оке вчетвером в Крым ездил? Нет. Нет. А ты с женой обои в спальню выбирал? Ты с клаустрофобами в лифте застревал? Ты выключал компьютер из сети, когда твой сын на последнем уровне сталкера? Ты в Москве в пятницу вечером фуру пробовал припарковать? Ты свой телефон наедине с женой оставлял? Ты главному бухгалтеру в конце года случайно диск С форматировал? Ты младшему сыну пытался объяснить, а где наш хомячок? Ты Катю Ирой называл? Кто такая Ира? Нет. Кто такая Ира? Кто такая Ира? Экстремал. Учитель, я готов развиваться, учитель, возьмите меня в себя. А с 8 марта в России началась программа утилизации старых автомобилей. Так, мужики, очередь соблюдаем. Что у вас? ВАЗ-2105. Вот ваши 50 000, ключи. Прощайтесь. Вечная любовь к пятерке Жигулей, но время зло для девочки моей. Чем больше дней, тем я чаще с ней. Все ее грехи, безумный стук колец, слова любви и слезы наконец. Ночь под луной, вновь лежу я под тобой. Я купить бы мог американский люкс, французский стиль или немецкий вкус, мощь и комфорт, но это не любовь. Хочу я ладу вновь навсегда. Дорогие друзья, наверняка многих из вас сейчас интересует вопрос, как же дальше будут складываться отношения между Россией и Украиной. У нас в Украине есть только один человек, который знает ответ на этот вопрос. Итак, встречайте на этой сцене ясновидящий Валера Винницкий. Ясновидящий Валера! Ясновидящий Валера! А, скажите, Валера, а что вы делаете в Москве? Я приехал на битву экстрасенсов. Третье место занимать. Ясновидящий Валера! А, ну, вы присаживайтесь. Я лучше постою. Ну, тогда я задам вам пару вопросов. Ясновидящий Валера! Валер, скажите, а что интересного будет лет так через 20? Я вижу, 2030 год. Украина делает самые лучшие автомобили в мире. Автомобили! Только не могу понять, зачем, если все летают на капсулах. На капсулах! Ясновидящий Валера! Валер, а что будет в 2012 году? В России будут выборы, и к власти придет Зюганов. Зюганов? К власти? К власти придет Зюганов и будет просить разрешения участвовать в выборах. Ясновидящий Валера! А скажите, Валера, следующим тренером сборной России по футболу будет? Бьерн Дален. Как? Но он же биатлонист! Нет, он программируемый робот. Робот! Ясновидящий Валера! Валера, такой вопрос. Скажите, а когда закончится «Поле чудес»? «Поле чудес» закончилось 7 лет назад. Как? Как? Просто никто не замечает, что это повторы. Повторы? Ясновидящий Валера! А, скажите, Валера! Прямо и налево! Ясновидящий Валера! Валер, ну когда закончится экономический кризис? Извините, меня насмешил следующий вопрос. А что в Украине будет через год? Я не знаю. Ну а через месяц? Я не знаю. Если бы я знал, я бы на битве экстрасенсов первое место занял. Ясновидящий Валера! А, Валера, последний вопрос. Скажите, а что вы делаете на КВНе? Я пришел вам помочь. На вас кто-то навел порчу. Порчу? А кто навел? Кто-то из членов жюри. А кто именно? Я не знаю, нужно дождаться оценок за приветствие. Ну и что нам делать, Валера? Пойте, пойте, пойте! Петь, Валера сказал, петь. Червону площу причукаем вечорами. КВН в реалиях, мечты во сне. Сей тандем продолжает воплощать в конкурсе приветствия полеты во сне и наяву команда КВН «Триод-идиод» Смоленск. Добрый вечер, дорогие друзья! Ну что, новый сезон, новые костюмы и новая попытка покорить КВНовский Олимп. Ну вы где? Мы в этом не выйдем, мы стесняемся. Так, приветствие уже началось, быстро на сцену! Модели и мы в кафе «Дельфин» из динамиков играет. Воу! Вот именно! И кому такое приснилось, что мы так должны выглядеть? Нет, ну просто новый сезон, вот мы и хотели внести что-то новое. Что-то новое? У меня мамка 3 дня от счастья рыдала, она всю жизнь дочку хотела. Меня Зверя вчера в «Одноклассниках» в друзья добавил. Но мы решили что-то изменить. Чтобы что-то изменить, нужно сходить в солярий или фитнес-клуб визажиста. Капец, Жигуль, меня эта одежда поглощать начала! Да мы просто хотели, чтобы вы не были скованы своими образами и могли шутить на разные темы. Какие? Здравствуйте, меня зовут Евгений, это мой друг Станислав. Этими руками мы делаем «Жигули». такие? Такая-то что за австралопитек? Вообще-то это наш новенький. Какой-то старенький у вас новенький. Зато у меня фамилия КВНовская. Какая? Ермольник. А вы с ним? Не-не-не-не, я сын. Что-то мне непонятно, как он сюда попал. Это Петр Налич на Евровидении непонятно, как попал. А от России на Евровидение Налич едет? Ну да. А что, в стране дайнеки кончились? Ладно, Жигуль, пошли жахнем, стресс снимем. Мартини! Я тебя сейчас тресну! Дорогие друзья, давайте сегодня поговорим о полетах во сне и наяву. Ведь многим молодым людям часто снилась следующая ситуация. Итак, 3 часа ночи, парень приводит девушку домой. А виноград голод на карнизе за окном, смотрит на меня, стучится в дом. Сынок! Ты все поймешь, одинокий голод на карнизе за окном. Сынок! Друзья, а каждый, кто хотя бы раз ездил на поезде, в тамбуре мог встретить такого человека. Ну что делать-то будем, а? Да сейчас вещи надо на вокзале, короче, кинуть, а потом... Я извиняюсь, есть какой огонь? Да, конечно. Вещи кинем на вокзале. А я к своей в Москву еду. А у вас, барышни, есть какие? Ну да, есть. Пожуживаете их немного, да? Ну да, бывает. Это нормально, это молодое. Короче, один... Слышь, а ты не служил, не? Нет, мы студенты, мы не служили. Оно мне не надо. Сейчас армии нет. Это я послужил. В 1984 году в Средней Азии. Самый большой аэродром в Советском Союзе у нас был. 16 бомбардировщиков сгнило. Ну что, ты докурил? Пойдем в купе? Да, хлопцы, пойдемте к вам в купе. А то со мной какие-то мутные едут, мозг мне выносят. Ну, а следующая ситуация вполне могла произойти и наяву, ведь на каждом корпоративе наступает момент, когда обычный рядовой сотрудник набирается смелости подойти к своему начальнику. О, прости, Геннадьевич. Можно просто, Геннадьевич. Понимаешь, Геннадьевич, ты как директор, ты, конечно, молодец. Вот, правильный, умный, грамотный, но как человек ты гнида. Понимаешь? Вот что ты как упырь из людей кровь пьешь? Вот человек опоздал на 5 минут, а ты пьешь и пьешь, пьешь и пьешь. Я тебя за это презираю. А знаешь, почему ты гнида вдвойне? Потому что я об этом разговоре завтра забуду, а ты нет. А такое вам даже и не снилось. У служебного входа в ночной стриптиз-клуб. Все, девчонки, до завтра. Пока, да, пока. Здравствуйте. Это вы неукротимая Мишель? Да, что вы хотели? Будьте моей женой. Вы больной? А я что, уже об этом сказал, да? Вы сумасшедший! Нет, нет, вы не пытайтесь угадать диагноз. Там очень длинное слово на латыни. Мужчина, что вам нужно? Понимаете, когда вы там начали танцевать, я начал вам денежку и так сильно вошел в раж, что вы паспорт у себя не находили. А каждый работник Смоленского завода хоть раз во сне мечтал побывать в Таиланде. Но есть те, у кого эта мечта сбылась. Ну давай рассказывай. Ну, мужики, там... Рай. О, да. А это как? Это как? Ну как тебе объяснить? Это вот как на заводе в твою смену тонна меди пропала, а на тебя никто не думает. Ух ты! Да, 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 да. А что еще интересного было? Вот В номере, насвинячишь, Утром пойдешь купаться, возвращаешься, и чистота. Ух ты, да. И самое главное, никто не трындит. Слушай, а что еще понравилось? Там в номере холодильник есть, в нем топливо никогда не кончается. Ого. Я его даже сюда привез. Ого. Только он здесь не работает. Дорогие друзья, ну а в конце нашего приветствия мы хотели сказать... Ой, это вы! Я же вас узнал, я же ваш фанат! Слушай, а правда в КВН Эрнст строгий? Ну, строгий, но справедливый. Еще бы ты по-другому сказал, когда он в зале сидит. Слушай, а правда, что Юрка Хиросев в КВН играл? Кто? От брехло! Но сварщик от Бога. Слушай, а пойдем с нами на трубы, а? Не-не-не, нам еще выступать. А что, вы перед выступлением не? Нет. Ну, по чуть-чуть? Даже по чуть-чуть. А после выступления? Ну, после, да. По чуть-чуть? Нет, не по чуть-чуть. Слушай, дай мне тогда автограф, а то мне дочка не поверит, конечно, что я вас видал. Да. Есть у тебя бумажка какая? Вот бумажки нет у нас просто. А может, денежка, там 10 рублей? У меня только 100. Ах. Что ты со мной делаешь? Ну давай. Люблю вас, не могу. Федор Двинятин, вперед! А мы любим вас, команда КВН «Триод-идиод». Может, все случится, если очень сильно верить в мечту, то, что ночью снится, может просто снится. И наяву. Третья игра сезона, друзья, конкурс приветствия. Летаем во сне и наяву. На сей раз с помощью четвертой команды. Команда КВН «Ботанический сад», город Хабаровск. Добрый вечер. Тема визитной карточки «Полеты во сне и наяву». Для того, чтобы 1/4 финала оказалась для нас не сном, а явью, мы решили привезти из Хабаровска свою группу поддержки. Встречаем! Готовьтесь к полному доминированию. Согласитесь, весело получается, когда команда сама себя поддерживает. «Ботанический сад» в новом сезоне на голову выше. А сейчас передеваемся вперед, ребята, вперед! Часто во сне мы переносимся в детство. И со следующей ситуацией мы сталкивались 2 раза в жизни. Когда были детьми и когда стали взрослыми. Итак, очередь в магазине. Я воспитываю. Сейчас на музыкальных каналах показывают очень качественные и дорогие видеоклипы. Давайте слетаем лет 15 назад и вспомним, какие клипы показывали в 90-х годах. Заходим. В шумном зале ресторана средь веселья и обмана. В жизни все бывает первый раз. Первый полет, первый поцелуй, первая любовь. Представьте, сладкий сон гаишника, первая взятка. Значит, лейтенант Петренко, превышение. Давайте оформим протокол. Начальник, может, как-нибудь договоримся? Наконец-то я вас встретил. Вы сделаете меня коррумпированным. Вы знаете, я его себе немного иначе представлял. И таким лихачом без прав и номеров. Да это ничего. А вы опытный? Я хочу, чтобы мой первый раз был с опытным человеком. Вы берете или нет? Я тороплюсь. Вот все вы такие, вам лишь бы быстрее отдать и уехать. Черствый, пустой, бездушный водила. Свободен. Первый. Да, второй. Я такой дурак. Следующий номер мы хотим посвятить одной песне, которая, судя по всему, была придумана во сне. И многие пытались разгадать, о чем же она. Итак, финальная попытка. Достаточно! Вы психи-натуралисты! Белая стрекоза любви, насекомое Купидон. Это что за персонаж Стивена Кинга? Это что за домашнее животное Жанны Агузаровой? Вообще-то, текст этой песни мы купили. А, то есть вы еще и деньги заплатили. А вы мне платите, я вам сейчас за минуту миллион таких напою. О-о-о, зеленозубые кроты. Как вам такая песня? Желтые вараны лижут мои руки. Нормально? Она хотела бы быть красной зеброю, но у нее папа черный, а он доминантен. Белая стрекоза любви, та песня про любовь. Ах, про любовь, и такая есть. Музыку. Сиреневый лемур над нами проплывает. Над курицей горит 100 розовых коров. Улитка не спешит. Улитка понимает. А между прочим, я пою вам про любовь. Вот такая вот песня. Уберите блокноты! Мужик. Продай текст. Какой текст? Я сказал, концерт окончен. Наконец-то закончился этот страшный сон. Ведь Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что Россия вышла из кризиса. Итак, некий офис где-то в центре России. Ну? Что ну? Берите нас на работу обратно. Я не могу вас обратно взять. Почему? Вы что, не понимаете? Кризис закончился благодаря сокращениям. Получается, кризис в России... Это когда работает слишком много людей. А если я вас сейчас возьму, кризис опять начнется. Поймите, именно вам выпала честь хранить этот хрупкий баланс. Вы хранители. Вы гирьки на весах экономического благосостояния России. Но тогда зачем вы нас уволили? Потому что был кризис, но сейчас, благодаря вам, его нет. Вы тянете страну в счастливое будущее. Вы бурлаки благополучия. Оглянитесь вокруг. Посмотрите, как счастливы люди. Папа, это они? Да, сынок. Спасибо! Спасибо! Теперь это ваш труд. Идите и никогда, нигде не работайте. Простите, сколько нам этим еще заниматься, а? Поймите, вы нужны нашей компании. Без вас это не достигнет. Она влюблена, а мне, как всегда, ее нежность не нужна. И уходит от меня, и уходит. Друзья, и в конце о нас. Хабаровск изображен на 5000-ной купюре. И после сегодняшнего дня мы бы хотели, чтобы Хабаровск был у вас не только в карманах, но и в сердцах. Радость твоя, Многие по утрам пьют Нескафе Classic, а КВНщики и по вечерам. Нескафе Classic, проснись для жизни. Сезон мечты готов явить общественности пятое приветствие на тему «Полеты во сне и наяву». И произойдет это не без помощи команды КВН «Казахи» Астана. Эти фейсы знакомы для Москвы. Не испортим, мы точно боросты. Увела, нас не было здесь год, но мы вернулись вновь. Шоу Москва! Мы сами кайфуем. Еще раз. Шоу Москва! Уважаемые друзья, добрый вечер. Мечты сбываются. Мы опять играем в КВН. Так, против кого? Ботанический сад. Так, это растения. Винницкие перцы. Так, это овощи. 7 холмов. Так, это горы. Прикинь, против природы играем. Нурла, против природы не попрешь, пошли домой. Ребят, это самооборона. Еще, Нурлан, знаешь, еще 2 команды есть. Триод-идиод. О, отлично, отлично. Пусть между собой и играют. Ладно, давай. Ну что ж, тогда поехали. Что, тебе ехать надо? Да, мне ехать надо. Ребят, удачи. Уважаемые друзья, как вы уже заметили, в нашей команде есть новенькая. А давайте уточним, Вон она! Конечно, пальцем показывать некрасиво. Вон она! Наша Гулечка, молодец. Гулечка в переводе на русский – это цветочек. Кстати, это Нурдаулет, в переводе на русский – это горшок. Ой-ой-ой, простите, я ваши личные отношения открыл, да? Простите. Если меня простили, дышите. Ну что ж, уважаемые друзья, наша Гулечка всю жизнь мечтала петь на Первом канале. Гулечка, времени мало, мечты сбываются. Быстрее. Быстрее, это Первый канал. Еще быстрее. И еще быстрее. Давайте поддержим. Быстрее. Вы нас простите, если мы плохо станцевали русский народный танец. Если хотите отомстить, можете казахский танцевать. Друзья мои, полеты во сне и наяву. Казалось бы, что может быть интереснее? А нет, интереснее может быть даже обычная очередь. Давайте посмотрим. Молодой человек, вы первый? Да. А вам не интересно, кто последний? Кто последний? Я. Вопрос решен. Извините, пожалуйста, я быстро печать поставлю. Вы... Естественно, печать поставлю. Ладно, все. Брат, за 200 рублей пиджак не надо тебе? Нет, не надо. Я спрошу у него? Спроси. Брат, за 200 рублей тебе пиджак не надо? Не надо. Я спрошу у него? Спроси. Брат, тебе за 200 рублей пиджак? Нет. Спрошу? Ага. Тебе пиджак не надо за 200 рублей? О, отличный пиджак, беру. Блин! Продолжая раскрывать тему, давайте перелетим в страну вещих снов. Если вам приснились, как падают звезды, то это к увольнениям. Итак, работник ДПС в бюро по трудоустройству. Давайте подсмотрим. Ты знаешь, я сама еду на работу, тормозит меня, знаешь. О, Бог есть! Есть Бог! Седьмой за сегодня уже. Здравствуйте, вот мой рюкзак, ой, резюме. Ну-ка, давай. Ну что, посмотри. Давай. Колись, сколько денег получал на прошлой работе? Ой, мало все мне было, мало. Верю, верю. Что умеешь делать? Все могу. Я могу 3 часа под кустом сидеть. Ну нормально, егерем будет, что? Ой, не хочу егерем быть. Почему? У животных деньги нет уже. Ну хорошо, что еще умеешь делать? Я могу все. Я могу живот отрасти вот так. Могу быть принципиальным до определенной суммы. Могу своего родственника не узнать. Могу вот так. Право. Могу остановить преступника при помощи чужих машин. В технике хоть разбираешься? Конечно, я могу так радар настроить, что копейки проедет 300 километров в час. Значит, высшее образование есть? Свистеть могу. Среднее образование есть хоть? Жезлом махать могу. Писать можешь? Писать нет. А выписывать могу. Ну нормально, что же. А где так загорел-то? Под фарами. Ну на, посмотри, вроде нормально. Да. Ну ничего, резюме. Мы вам позвоним. Верьте, надейтесь, ждите. И вот самое интересное. Извините, пусть поближе полежит. Ага. А теперь всем знакомая ситуация, когда подчиненные слушают, как начальник рассказывает анекдот. Как работа? Нормально? Нормально. Да, хочу вам рассказать анекдот. Короче, ежик идет к парикмахеру и говорит: парикмахер, подстригите меня под ежик. Этот анекдот же я вам вчера рассказал. Но вы его намного смешнее рассказали. Друзья, наш Турсунбек спит и видит себя во главе Олимпийского комитета Казахстана. Между прочим, он уже начал подготовку к Олимпиаде в Сочи. Три! Все. Ай, молодец! Прямо центр. Вот так надо играть, керлинг. Все, едем в Сочи! Ура! Отлично! Так, клюшку взяли? Взяли! Коньки взяли? Взяли! Плавки взяли? Какие плавки? Это же зимняя Олимпиада! Че, в зимняя Олимпиада без трусов будет ходить, что ли? Вот это взяли, вот это вот? Да, утюг взяли. Вот главное, ага. Кстати, Ярослав, ты осторожно с допингом, хорошо? Почему? У тебя русская фамилия будет проверять тебя, ага. Вот ты нам золото привезешь. Мы тебе бэха-пятерку подарим. А ты бэха-пятерку привезешь, хорошо? Мы тебе золоту подарим. Вы вообще дружите между собой, ага? Где список? Вот, возьмите. Так, что за фигня это? Я! Иди сюда. Что ты жену с собой ведешь? Ладно, вычеркните. А тещу? Ладно, тоже вычеркните. А мисс Казахстан зачем вы взяли? Хотя бы ее оставьте, вы и так всех вычеркнули. Ой, не едет она, ты что? Если она не едет, тогда мы все не едем. Все, пацаны, поехали. Ладно, таксиста там найдем. Так. Самый главный готовый? Да. Раз, два, три, три. Уважаемые друзья, в конце нашего приветствия мы хотели бы поблагодарить нашего генерального спонсора. Типография «Кагаз». Все виды полиграфических услуг. С любовью, казахи! Летают казахи наяву и мечта, Moscow calling. Прибыли казахи красиво, Moscow calling. Добрый вечер, Россия, Moscow calling. Итак, приветствие во сне. Сыгранные команды окончательно просыпаются и вновь выходят на центральную площадь нашего лунопарка. команды. В третьей игре сезона, дорогие друзья, время первых оценок. Не ошибусь, если скажу, что пятибалльный максимум в этом конкурсе. Любая команда КВН, что называется, спит и видит. А теперь слово нашему жюри. Прошу ваши оценки в порядке выступления команд. Приветствие. МЭСИ «Семь холмов». 3-3-3-4-4. Приветствие. Команда КВН «Винницкие перцы». 5-5-5-5-4. Этот же конкурс. Команда КВН «Триод-идиод». 5-5-5-5-4. Конкурс приветствия. Команда КВН «Ботанический сад», Хабаровск. 4-4-4-4-4. И этот же конкурс приветствия. Команда КВН «Казахи», Астана. Все судьи 5 баллов. Средняя балла за конкурс приветствия. «Семь холмов» 3,4 балла. «Винницкие перцы» 4,8 балла. «Триод и диод» 4,8 балла. «Ботанический сад» 4 балла ровно. «Казахи» 5 баллов ровно. Все, что было до этого, относится, если хотите, к снам любительским. Но существуют версии, что сны — это явление, которое можно истолковать и профессионально. Толкователи снов. Такова тема нашего следующего конкурса. Конкурса «Разминка». Итак, у меня вот на пяти листочках обозначены 5 снов, каждый из которых приснился той или иной команде. Задача соперников после 30-секундного обдумывания истолковать каждый из предложенных снов. Прошу. «Винницкие перцы», Ира, давай. Мне приснилось, будто я взяла квартиру в ипотеку и выплачиваю ее, выплачиваю. К чему бы это? Ага. Судя по скорости, острее всего эта проблема в Смоленске. Насколько веселее она, сейчас узнаем. Мне приснилось, будто я взяла квартиру в ипотеку. И выплачиваю ее, выплачиваю. К чему бы это? К тому, что ты будешь ее выплачивать. Еще версия, Ир, давай. Мне приснилось, будто я взяла квартиру в ипотеку. И выплачиваю ее, выплачиваю. К чему бы это? А у меня родилась стройня, и я получаю. Еще есть толкование. Пожалуйста, сон. Мне приснилось, будто я взяла квартиру в ипотеку. И выплачиваю ее, выплачиваю. К чему бы это? Ты, главное, не плачь, не плачь. Еще раз. Мне приснилось, будто я взяла квартиру в ипотеку. И выплачиваю ее, выплачиваю. К чему бы это? Ну ты лет через 20 проснешься, не раньше. Мне приснилось, будто я взяла квартиру в ипотеку. И выплачиваю ее, выплачиваю. К чему бы это? Блондинка, на мужа надо было ипотеку оформлять. Ну... Не лишено замечания основания-то. Спасибо. Прошу. Хабаровск зачитывает. Добрый вечер. Если вам снятся тараканы, то это к переменам к лучшему, а если тараканам снитесь вы, к чему это? Не знаю, у тараканов свои люди в голове. Что-нибудь еще про тараканов, пожалуйста. Если вам снятся тараканы, то это к переменам к лучшему, а если тараканам снитесь вы, к чему это? Представляю, как ты их достал. Мама, это твой любимый из казахов. Просто она серьезная. Молодец, кстати, пообщался с мамой по ходу дела. Давай, читай. Если вам снятся тараканы, то это к переменам к лучшему. А если тараканам снитесь вы, к чему это? Ну, вы нравитесь насекомым, я не знаю. Если вам снятся тараканы, то это к переменам к лучшему. А если тараканам снитесь вы, к чему это? Может, тебе свет в голове включить, может, они разбегутся. Продолжай. Если вам снятся тараканы, то это к переменам к лучшему. А если тараканам снитесь вы, к чему это? Тараканы не спят. Да и спорить как-то бессмысленно, понимаешь? Все, все, спасибо. Дальше, пожалуйста, москвичи. Мне приснилось, что запретили курительные смеси. Почему? Мне приснилось, что запретили курительные смеси. Почему? Онищенко траванулся. Мне приснилось, что запретили курительные смеси. Почему? Потому что тараканы снятся. Еще раз. Мне приснилось, что запретили курительные смеси. Почему? Братан, ничего не запретили, нормально все. Все, да, правильно идешь, давай. Друзья мои, Геннадию Зюганову приснилось, что самое обидное – это быть оппозицией в Китае. К чему бы это? Геннадию Зюганову приснилось, что самое обидное – это быть оппозицией в Китае. К чему бы это? Конечно, ему обидно. За него проголосовали 500 миллионов человек, а ты проиграл. Вот что значит Китай близко к Казахстану. Понимаешь, так сразу ответ идет. Совершенно верно. Ну так, я немножко помню географию. Спасибо. Давай, еще раз сон. Представляешь, Геннадию Зюганову приснилось, что самое обидное – это быть оппозицией в Китае. К чему бы это? Потому что в России он уже ни на что не обижается. Но... Давай. Ну, вы должны знать. Юлия Владимировна должна. Да. Геннадию Зюганову приснилось, что самое обидное – это быть оппозицией в Китае. К чему бы это? Это не самое обидное, что может быть с политиком. Я согласен. Еще вариант, давай. Геннадию Зюганову приснилось, что самое обидное – это быть оппозицией в Китае. К чему бы это? Да там что оппозиция, что ведущая партия. Все на одно лицо. Он, видимо, не знает, что Китай близко к Казахстану. Наверное. Все, все. Спасибо. Вопросик ждет сон. Мне приснился сон, что в России за 50 тысяч можно будет сдать старую убитую девятку. К чему бы это? Мне приснился сон, что в России за 50 тысяч можно будет... Извини, можно сначала? Конечно. Мне приснился сон, что в России за 50 тысяч можно будет сдать старую убитую девятку. К чему бы это? Это к тому, что скоро на Украине за 60 тысяч я смогу купить неплохую подкрашенную иномарку. Мне приснился сон, что в России за 50 тысяч можно будет сдать старую убитую девятку. К чему бы это? Кто-то Владимир Владимирович косо на свою Ниву начал поглядывать. Мне приснился сон, что в России за 50 тысяч можно будет сдать старую убитую девятку. К чему бы это? Усыпить ее хотят, бедняжку. Мне приснился сон, что в России за 50 тысяч можно будет сдать старую убитую девятку. К чему бы это? к деньгам. Спасибо, разминка окончена. Ну вот, друзья, а теперь толкование командных снов от нашего уважаемого жюри. Максимум за разминку 6 баллов. Вот в той же последовательности, что у вас команды обозначены в протоколах ваших. Конкурс «Разминка». Команда МЭСИ «Семь холмов». 3-4-5-4-3. Разминка. Винницкие перцы. 5-5-6-5-4. Разминка «Триод-идиод», Смоленск. 6-6-6-6-6. Этот же конкурс «Ботанический сад», Хабаровск. 5-4-5-4-4. И казахи, Астана. Разминка 6-6-6-6-5. Спасибо, жюри. Средние баллы. Средние баллы за разминку. 7 холмов, 3,8 балла. Винницкие перцы, 5 баллов ровно. Триод и диод, 6 баллов ровно. Ботанический сад, 4,4 балла. Казахи, 5,8 балла. Сумма за два конкурса. Команда КВН «Семь холмов» 7,2 балла. Винницкие перцы 9,8 балла. Триод и диод 10,8 балла. Ботанический сад 8,4 балла. Казахи 10,8 балла. Ну что ж, поехали дальше. В сезоне мечты мы в 3-й раз пробуем сыграть комбинированный конкурс, музыкальный стем. Напомню, что это КВНовская форма, предлагает сюжет, как в конкурсе стем, и музыкальное наполнение, присущее конкурсу, соответственно, музыкальному. Тема конкурса звучит сегодня так: «Сон в руку». И в унисон с заданной темой готова прозвучать команда КВН «Ботанический сад», Хабаровск. Итак, сон в руку. Все вы знаете, что Илья Муромец проспал 30 лет и 3 года. И, естественно, знаете, что было дальше. Мы вам предлагаем свою версию этих событий. Эх, радость-то великая на Руси! Илья Муромец сегодня просыпается! На Руси давно народ веселый живет, любит баню и гулять. И есть один, который должен всех защищать, но только как его поднять? Ведь парень любит поспать, чертовски любит поспать. Он. Встань, Илюша, встань, Илюша, встань, Илюша подъем. Вставай, Илюшенька! Вставай, Илья Муромец, время твое настало! Ну, давай рассказывай, что снилось тебе, Илюшенька? Ну, с 16 до 20 лет бабы снились, а потом бред какой-то, какие-то чудища трехголовые, змеи. Так оно и есть, Илюшенька! Ну, я и говорю, чего? Вставай, Родину-Мать, защищай, Русь в опасности! Илюшенька, яви нам силушку свою богатырскую! Юродивый! Немощный! Почетный донор! Так, вот только сейчас не надо вот этого, а! Я бы на вас посмотрел, если бы вы столько времени не лежали. Кстати, как там у вас песня поется? Богатырская наша сила, сила духа и сила воли. Эй! Вот! Ни слова про силу тела! Давайте я буду богатырем в суперлегком весе. Апа-апа, фука! Ну да, трепещи, нечисть. Да пойдем, не бойся, он спит. Да как-то неудобно. Да не бойся, он спит. Да неудобно. Просто не бойся. Да неудобно. Да пойдем, нормально. Да неудобно. Да не бойся. Это кто? Комнату мы здесь даем, Илья. Да и вообще, народ от тебя подвигов великих ждет. Так, Так давайте я коня на скаку остановлю и в горящую избу войду. Ты чё, баба? Надо тебе Кощея убить. Так, стоп. Какого еще Кощея? Бессмертного. Нет, вот интересный вот этот русский фольклор, а? Если кого-то убить надо, то обязательно бессмертного. Если рассмешить, то не смеяну. И главное, в помощнике либо говорящая печка, либо горбатый осел. Муромца! Муромца! Илюша, долго ты спал? Народ видеть тебя желает. Мы летописцы из Новгорода. Показать все, что скрыто, рассказать на вечер. Илюша, скажи, сколько ты спал? Спал ли ты вообще? А что тебе снилось? А с кем ты спал? Снились ли тебе вещи и сны? Был ли сон твой в руку? Представлял ли ты Горыныча голым? А что ты делал ночью в конюшне? Мы летописцы из Новгорода. Показать все, что скрыто. Давай, говори, говори, давай, давай, говори, говори, давай, давай, говори, говори, давай, 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 говори, говори, давай, давай, говори, быстрее, быстрее, говори, говори, давай, быстрее. Русь в опасности. Муромец поделка. Илюшенька, надо тебе до камня путеводного добраться, на котором начертано: направо пойдешь, жену найдешь, налево пойдешь, богатство потеряешь, прямо пойдешь, здоровье погубишь. Интересная развилка, все дороги в Турцию. Печенеги! Печенеги! Вафли, пироги! Печенеги! Вафли, пироги! Печенеги! Беда! Беда, Илюшенька! Да. Соловей-разбойник сам к тебе пришел! Смерти твоей желает! Вот этот, что ли? А давайте на него внимание обращать не будет, может, сам уйдет! Как дела? Что делать будешь вечером? Хорошая музыка, да? Не, ну невыносимо, а? Братан! Человек! Соловей! О! Да какой же он разбойник! Это ж талантище, надо только применить грамотно. Давай играть, руку поднимаю, свистишь. О! На старт, внимание! Парам-парам-пам! Пацанята, мелочь есть, эх, яблочко, куда ты котишься? Ко миленькам, я приду, да не воротися. О, думать надо! Молодец, вернусь. Пришла коляда, дайте коровку, маслину головку. Богатые мужички, открывайте сундучки, доставайте пятачки. Нам на орешки вам для потешки. Дай конфет. Это кто? А ну пошли вон, коляdomаны юродивые. Илюшенька, Русь увековечить тебя желает. Давай картину писать. Давай. А как картина называться будет? Ну, поначалу думали «Три богатыря». А сейчас даже не знаю. О, свой среди чужих, чужой среди своих. В качалке новенький. Третья тройка игроков. Билан в военкомате. Доллар, рубль, евро. Чук и Гек. Чай вдвоем взяли девочку. Лихтенштейн вступил в НАТО. Становись, перепись населения. Раз, два, три, четыре. 4,5, 5,5. Так, может, хватит уже, а? Мало того, что за богатыря, так за человека вообще не держите. А я, между прочим, живу в Хабаровске, работаю на двух работах, закончил университет, защищаю кандидатскую, 3 раза в неделю хожу в бассейн, помогаю родителям и при всем при этом успеваю летать в Москву в КВН играть. Ну, богатырь! Богатырь! Ой, да былина, ой, да мечта! Музыкальный стем «Сон в руку», команда КВН «Казахи», Астана. Как вы поняли из песни, Речь пойдет о снах. По казахским традициям невесту для сына выбирают родители, но знакомят их только в день свадьбы. Хоть бы красивая оказалась, хоть бы красивая оказалась. Ну что ты молчишь? Будешь хотя бы чай? Давайте перенесемся на 10 лет вперед. Почему ты тогда промолчала? Почему ты не сказала, что у тебя страшный голос? Я просто не хотел тебя пугать. Давайте перенесемся обратно. Ну это хорошо, что ты молчаливая. Ага. Раз уж мы женимся, запоминай, восточная женщина должна рано вставать, чтобы муж выспался на большой кровати. Вот, не должна читать входящие смски, не понимать исходящие, хорошо? Верить, что это сестра. Ага. Эй, мой сын женится! Свадьба, 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 свадьба! Как невеста? По казахским традициям сын не должен перечить отцу. Я не женюсь на ней! Ой, сынок, ради меня 50 лет потерпи, потом привыкнешь, как я! Свадьба, 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 свадьба! Здрасте! Ай, какая красавица! Замужем нет? А то сейчас с женой разведусь и на тебе женюсь! Ой, пап, прекрати, что ты прям... Вы отец этого молодого человека? Да. Можно вас в кавансцене, чтобы заострить внимание зрителей? Я не пойму, что ты от моей дочери постоянно нос воротишь? Я ее вообще мог за олигарха замуж выдать. А почему тогда не выдали? Он не захотел. Ну, я тоже не хочу. Но ты же не олигарх. Иди покури. Иди сюда. Послушай, это моя любимая доченька, она вся в меня. Я вижу. А я слышу. Еще на шпагат могу садиться. Сейчас давай не будем хвастаться, кто что умеет, хорошо? Хорошо. Послушай, она мне очень дорога. Знаешь, сколько я в нее денег вложил? Сколько? А я все записывал, вот список. В первом классе я ей ранец купил, пенал, на утренник платьишко сказала надо, 2 раза скорую вызывали, на коньки ходила по 600 рублей в месяц, хлеба на 2000 евро, по 400 грамм баранины каждый день, с 10 лет начала перец есть, на клеро съел 5000 евро, и отцовский костюм перешили в вечернее платье на выпускной. Итого ты нам должен 35 000 евро. Все, я попал. Что мне делать? Что делать, а? Что мне делать, друзья мои? Ты мечтала такой, как Анжелина Джоли. Мечтал с Жанной Фриске под венец ты пойти. Мечты об Йонси ты хранил, не дотая. Но быть Сайгулей судьба твоя. Объявляю вас мужем и женой. Ура! 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 Стоп! Вы там точно печать поставили? Ну да, все точно. Я ждала этого дня всю жизнь. Лови! Стой! Все, теперь будете жить по моему закону. Что происходит? Ты не придешь на свадьбу. Да почему? Потому что невеста должна быть самой красивой на свадьбе. Все, иди. Доченька, что с тобой? Ой, не трогай меня. Кто ты? Я тесть. Тесть, в нашу жизнь не лезь, понял? Иди, иди, иди. А где свекровь? Я где здесь. Свекровь? Я здесь. Где свекровь? А что, свекровь нету, что здесь ли? А? Я. Что, не прилад... На меня, понимаешь? Тебя нет. Ужас. Где человек из 3 букв? Где мой муж? Я здесь. Ты у меня будешь работать с 6 утра до 60 лет. Потому что я буду рулить все. Потому что я королева. Дорогие друзья, в нашем стеме роль девушки сыграл Турсунбек. И это не случайно, потому что казахским девушкам такое не может присниться даже во сне. Вот и построит волшебный город. чуде. Мечтаем, как дети, о чуде. Мечтаем, как дети, о чуде. Наблюдаем за ходом следующего музыкального стема. Стем, напоминаю, называется «Сон в руку». Команда КВН «Семь холмов». Очень часто то, что с нами происходит накануне, мы видим во сне. Недавно президент посетил город Сочи с рабочим визитом. Ты еще долго так отвлекаешь? Да все, все, я уже спать. Наташа Ростова отправлялась на первый в своей жизни бал. В этот день она готовилась с утра до ночи. Русский бал в бредовом сне всех нас собрал, ведь поверь мне, что наяву, то и во сне. Браво, браво, браво. Господа, слыхали? Государь с визитом собирается посетить Сочи. Так у нас же ничего не готово. Так 2 века еще впереди. Да бросьте, когда 4 года останется, точно так же говорить будете. Это как-то они здорово, маменька, придумали. На входе всем барышням по бокалу шампанского давать. Да. Пойду в уборную. С окна сигану и снова зайду. Маменька, так они же ваше лицо запомнили? Ну так, ежели ж я с 3-го этажа сигану, лицо-то поди поменяется. Господи, как здесь красиво, это сон? Это бал. Маменька, а как привлечь внимание? Натали, нужно быть немножечко ушлой. Нужно пройти мимо кавалера и невзначай что-нибудь обронить. Учись. Мадам, не ваш револьвер. Граф, я законы знаю, статью с пола не подыму. Видала? А, маменька, я боюсь, на меня так никто не посмотрит. Да сейчас. Маменька сейчас все сделает. Господа, моя дочь Натали. Сердце красавицы, ножки красавицы, ручки красавицы, печень отца. Маменька, на меня никто не посмотрит. Ать! Граф! Что вы себе позволяете? Наталья, это ваш сон. Что вы себе позволяете? Кажется, мне понравился вот этот кавалер. Да. Главное, чтобы не вышло, как в тот раз. Мне нравился корнет. Остались тест, а тест. Но ела я курмур. Все, что смогла сказать ему. Кефа попала в пупы. Кефа попала я в пупы. Наталья, ну что? Сударыни, вам не кажется, что для бала вы слишком вызывающе одеты? Мы вообще-то не к вам, мы в соседний сон. Там тоже костюмированное мероприятие, правда, немного другого характера. Сударь, вообще-то в моем сне не забываем, да? Князь Балконский с собственной вип-зоной. Маменька, мне нравится Балконский. Натали, какой Балконский? Кризис на дворе. Ищи Партерского. Он идет сюда, он идет сюда, он идет сюда, он идет сюда, он прошел мимо, он прошел мимо. Натали, сейчас все будет. Князь Андрея. Да? Хочу познакомить вас с моей дочерью Натали. Кстати, вам очень идут усы. Спасибо взаимно. Спасибо, что подошли, а то я пылилась, как велосипед на балконе. Вальс, господа. Я так люблю вальс, давайте потанцуем. Давайте. Вы так прекрасно двигаетесь, а главное, в такт попадаете. Наташа. Элен, не желаете выпить? Да, пожалуй, Нескафе Classic. Что? Нескафе Classic. Что? Нескафе Classic. Что? Неважно, но по МЭСИ я уже заработала. Извините, мы, конечно, понимаем, что в чужом сне, но мы немного заблудились, ищем сон одного человека. Какого человека? And Oscar goes to Leonid Yermoli. А где он? Молодой человек, пойдемте провожу. Господа, вести с фронта. Француз наступает. Смоленск пал. Давайте не будем торопиться, дождемся оценок за стем. Да. Все мужчины на фронт, все женщины в тыл. По коням. По коням. Князь, куда же вы? Прощайте, Наташа. Эх, да. Неужели вы так возьмете и уедете? Я буду писать, читать, танцевать, изображать клоуна, пародировать макаку. Я буду делать все под дулом вражеского пистолета. Я трус, Наташа. Не бойтесь, Андрей. Не бойтесь, Андрей, я дам вам свой медальон. Он золотой? Говяжий. И знайте, если он когда-либо испортится, со мной та же фигня. Наташа. Да хватит. Такое ощущение, что я не с любимым прощаюсь, а в турецкий отель заселяюсь. Ну? Наташа, всю гамму моих чувств вам может выразить только эта песня. Сделать себя взрослой, это очень просто, это очень... Мама и папа говорят, до свадьбы ни-ни. Мама, папа, ни-ни. Почему какие-то бразильские футболисты решают нашу судьбу? Вы правы. Отправляйтесь на фронт, служите отчизне, а когда вы вернетесь, мы сыграем свадьбу. А если я не вернусь? Тогда мы сыграем похороны. Нам все равно, что играть. 7 холмов, свадьба, похороны, корпоративы, Наташа, друзья, звоните. Наташа! Ну перевернись, ты храпишь, ну! Друзья, вот так всегда и получается. Сон прерывается на самом интересном месте. Наташа! Прости. Но даже в самом дурном сне классика остается классикой. Классика, говоришь? Нам завтра на работу, какая классика! В нашем городе сны, в каждой комнате пусть исполняют заветные только мечты, и почувствуем мы настроение весны. Спасибо! Музыкальный стем, сон в руку, Винницкие перцы. Москва отправляется с 5-го пути. Ненавижу поезда, но такая у меня работа, да. Делать сырым белье, говорить пассажирам гадости. Все это входит в наши служебные обязанности. Короче, обычная проводница с обычным именем Ира. Что в поезде необычного? Конечно, пассажиры. Вот, например, обычная картинка. За полчаса до отправления входит умная блондинка. Ой, извините, а я не опоздала? Нет. А как ты угадала? Уважаемые пассажиры, будьте осторожны. В поезд до Москвы входит дембель Сережа. Вот он оскал отечественной оборонки. О, а я и не знал, что в билеты включена девчонка. А это, знакомьтесь, бабка Матрёна, ровесница нашего вагона. Бабуль, предъявите билет. Совсем охамели, Сталина на вас нет. В купе скукота, не клеится разговор. Платки, игровые карты, фарфор. Уже через час купе спать ложится. Давайте посмотрим, что дембелю снится. Приезжают в родные края. Дембеля, дембеля, дембеля. И повсюду их ждут, им квартиры дают, на работу везде их берут. Молодец, бабушка! Спасибо, дедушка. Ой, как хорошо сидим! А давайте еще раз ваш дембельский альбом посмотрим. Ну, это ротный, ага. Это взводный. Очень интересно. Ой, какие татуировки у вас красивые. Ну, это ротный, это взводный. Жаль, Сталина на вас нет. Ну, я пойду в тамбур, постою до Москвы. Кстати, в этом купе полочки сдвигаются. Респект, бабуля! Еще ненавижу встречные поезда. Бывает, заснешь, а тут та-да-та-да. С таможней постоянная фигня. Везут пассажиры, а находят у меня. Новые гости приезжают в столицу. Давайте посмотрим, что блондиночке снится. Разрешите представиться, князь Орлов, потомственный дворянин, единственный наследник, холост. На данный момент продюсирую. Флэш-рояль. Князь, а куда вы едете? Трусковец, как говорится, из князи в грязи. Ой, а вы кто? Я бабушка-однодневка. Я через час превращусь в бутылку шампанского. Мадам, у вас такие прелестные кольца. Ну, это серебро, это золото, это платина. Жаль, стали на вас нет. А чем вы занимаетесь? Я веду свой дневник. А прочитайте что-то из последнего. 12 марта. Я бросила Игоря, потому что он дебил и тупой. Смотрю в окно. Каждая снежинка напоминает мне про снег. Как бы я сейчас хотела быть маленькой и большой. Но это может быть началом романа. Какого романа? Нашего. Свадебные платья, обручальные кольца! Корнеты! Проводник не хамит, в вагоне никто не кричит, не продает, не дымит, бабушка тихо сопит, жизнь похожа на сон. А больше всего ненавижу начальство свое. В цену билета включили белье. Ладно бы зарплаты подняли. Вы у нас не простыни, вы у нас хлеб забрали. Короче, походу опять нас надули. Да ладно, посмотрим, что снится бабуле. Теперь я знаю, ты на свете. Каждую минуту я тобой дышу, тобой живу. Товарищ Сталин, внимание, тема игры! И во сне, и наяву. Скажите, Захаровна, а какие у вас проблемы? Горячей воды нет, товарищ Сталин. А кто в этом виноват? Начальник Жека Гуменюк. Товарищ Сталин, а вы куда едете? А я в Москву еду. Зачем? С Лужковым на праздничный плакат фотографироваться. А у вас есть мечта? Да, товарищ Сталин. Прибывает на третий путь. Конечная, сдаем постели. Бабуль, вы что, всю ночь не спали? Вот же за спиной был, как на картинке. Ай. Бабушка, может вам помочь сумки донести? Спасибо, милок. О, а меня проводите? Конечно, я же мужчина. Дорогие друзья, что мы хотели сказать этим стемом на колесах? Порой, чтобы стать добрее, просто надо хорошо выспаться. Снится нам не рок от космодрома. Потанцуй, бабушка, Продолжаем широко и обаятельно улыбаться с Локалют Вайт КВН и Локалют Вайт. Хорошее настроение и улыбка на высший балл. И еще один музыкальный стем. Нетрудно догадаться, что на сей раз это будет стем команды КВН «Триод-идиод» Смоленск. Друзья, всем снятся разные сны, но иногда сны бывают вещие. Мне вчера приснился сон, я на свадьбу приглашен. Вот кладу в конверт наличные. Собрался! Там огромная семья, танцы, песни и друзья, и традиции привычные. Ну, вспоминаем! Каравай откусить, тут же бокалы разбить. И лицом в торт упасть, и невесту украсть. Ты невесту украл, а? Я. Ну и где невеста? А вот. Денег дать, да? Давай. Ну, держи. Ну. Ха-ха-ха. Я понял. Еще денег дать, да? Давай. Ай, вы макатель. Ну, где невеста? Пропала. Заткнись, дебил. Я говорю, где невеста моя? Я не знаю. Что значит не знаю? Куда она могла пропасть? Ты что? Ты куда невесту мою дел, а? Да чё ты так завелся? Жрать захочет, сама придет. У меня собака всегда так делает. Слышь, ты, я тебя убью сейчас! Ну что ты за человек, а? Я тебе денежку в конверт положил, а ты меня убить хочешь. Хорошо, хоть не отдал. Ты вообще понимаешь, что это самое главное событие в моей жизни? А чё ты его в школьной столовой отмечаешь? У меня мама здесь директором работает. Да чё я вообще оправдываюсь? Я не понимаю. Я извиняюсь. А вот это вот все до скольки? До 12. Так, 9 часов. Надо бы притормозить. Пойду морса попью. Значит так, чтобы через 10 минут мою невесту нашел. Я через 10 минут не могу. Я с комом драться буду. Значит, через 15. Через 15 с деверем. Слышь ты, Д'Артаньян! А что ты хотел? У нас кубок свадьбы. В общем так, если ты мне невесту мою не вернешь, я не знаю, что я с тобой сделаю. Она говорила, что у тебя с фантазией плохо. Что? Ну что ты паришься, ты же ее не любишь. Что значит не люблю? Ну если бы любил, то не тянул бы со свадьбы до 7-го месяца. Ты вообще совесть есть? А у тебя есть? Одна бутылка на 6 человек. Это даже ровно не делится. Что прибью? Я извиняюсь. А можно как-то это все до 10 закончить? Нет, проплачено все до 12. Блин, у меня этот морс уже не лезет. Слышь ты во сколько невесту украл? В 6. Она что, в шкафу 4 часа просидела? Ну а что тут такого? Я однажды в шкафу неделю просидел. Благо в кожаной куртке семечки были. Ты что, придурок, неделю семечки жрал? Я ж тебе говорю, куртка кожаная. Слушай, а может она сбежала? Да как она могла сбежать, если шкаф заперт был? А я слышал, когда волк в капкан попадает, он все ноги отгрызает. Ты что, вообще дебил? Что за примеры такие дебильные? Ты кого я слушаю? Если ты невесту украл, ты мог здесь постоять, все проконтролировать? Если бы я все мог контролировать, у меня бы 3 детей не было. Допустим, она сбежала. Куда? Ну, видимо, недалеко. Куда она в одной туфле уйдет? Так, дай сюда. Тыша. Ты че, вообще дурак? Дурак, не дурак, она этой свадьбе уже в плюс вышел. Так, дай сюда. Чего вы ржете? Ну подождите, посмотрите на меня, что это такое вообще? Чего вы ржете-то? Да ты вообще знаешь, что там сейчас произошло? Из-за штор официантка словно айсберг выплывала, но случайно зацепила ножку стула каблуком. И мой пиджак в холодном, рубашка в майонезе, и все мои карманы набиты холодцом. Очень смешно. Уйдите отсюда! Так, значит, ты, если не ты... Я извиняюсь. Да. А на свадьбе есть близняшки? Нет. Так, все, морс, морс, только морс. Господи, да откуда эти идиоты берутся? Все со временем проходит, да напрасно. Ну, привет. Лиза, что тебе надо? Я тебе уже год назад все объяснил. Что ты хочешь? Что, даже не поздороваешься? Привет. Ой, вот только не надо делать мне одолжение. Антон. Я Саша. Ты так изменился. Уйди отсюда, пожалуйста! Ты ее никогда не найдешь. Разберусь как-нибудь сам. Слушай, а может, это она ее украла? Да у нее на такой мозгов не хватит. Блин, стена. Короче, я извиняюсь, но там из спортзала пропало 2 мата. А на свадьбе не хватает 5 человек. И что? Ну, это как-то не по-христиански. Откуда все эти люди на моей свадьбе? Это не свадьба, это какой-то кошмарный сон наяву. Я не знаю, что ж делать. Я прошу прощения. Я не знаю, где невеста. Это как-то не по-христиански. Тихо, 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 тихо. Ой, не шумите. Уснул. Устал. Дорогие друзья, но вы не переживайте. Когда наш жених проснется, у них все будет хорошо. Но на всякий случай, если кто видел эту женщину... Пожалуйста, позвоните, а то там теща валидол стаканами хлещет. Там, где ночь хранит секрет. Команда КВН «Триод-идиод». Ну, дорогие друзья, это был последний музыкальный стем сегодняшней игры «Сон в руку». И для окончательного пробуждения я приглашаю все команды на сцену. Прошу. Итак, прежде чем мы перейдем к оценкам за последний конкурс, традиционные реплики от членов нашего уважаемого жюри. Уважаемые судьи, мы с удовольствием вас послушаем. Валерий Сюткин, пожалуйста, Валер. Спасибо большое за удовольствие, очень динамично. Я сегодня здесь тоже, так сказать, из «Князей в грязи». Это великолепная реприза про Трусковец. И состояние такое, что продюсирую хорошие эмоции. Поэтому очень позитивно. Благодарю за прекрасную игру. Спасибо. Игорь Верник. Ребят, я вас поздравляю с замечательной игрой. Просто замечательной. Конечно, КВН поздравляю с приходом в высшую лигу. Весны. Весны в лице Винницких перцев. Отличная команда. Если бы 7 холмов, но если бы вот сначала, вот так же, как вот ваш последний балл, просто было бы все прекрасно. И, конечно, о каждой команде хотел бы сказать, но казахи, ваше блистательное возвращение, музыкальное, с замечательным юмором. И спасибо за вот эту унылую падническую песню «Селин Дион», которую вы превратили в потрясающий гимн КВНу. Мне трудно понять, как упадническая песня может стать гимном КВН. Но раз это говорит судья, то Татьяна Лазарева. Спасибо большое за возвращение в юность. Очень приятно видеть такие же бодрые лица, несмотря на годы, которые разделяют ту игру КВН, в которую играла я и вас. И все прекрасно, мне очень понравилось. Спасибо. Действительно, единственное, девочки, пожалуйста, не заигрывайтесь. Спасибо. Спасибо. Юлия Гусман. Вы знаете, я вот начало сезона для меня всегда наполнено очень светлыми чувствами. Вот гордость за нашу игру, радостью за успехи команд. Некоторым сожалением, что кто-то играет чуть хуже, оптимизмом, потому что в октябре все будут играть гениально, пройдя школу КВН в Академии телевидения АМИК. Спасибо, Юлик. Председатель жюри Константин Эрнст. Ну, во-первых, девочки, не заигрывайтесь, потому что вы можете увидеть, что бывает, когда часто показывают по телевизору. А во-вторых, ну что, 3 известные команды, старые казахи, Триод-идиод, не посрамили сегодня свои имена. А для меня сегодня открытие — это Винница. Поздравляю. Спасибо. Спасибо, жюри. Уважаемые команды, спасибо вам всем и каждой команде персонально за сегодняшнюю игру. Наши аплодисменты пятерке команд, участникам 3-й игры сезона. А теперь к оценкам. Максимум за музыкальный стем — 5 баллов. Прошу, жюри, ваши оценки. Музыкальный стем, Ботанический сад, Хабаровск. 4, 5, 5, 3, 4. Музыкальный стем, казахи, Астана. 5, 5, 5, 4, 4. 7 холмов этот конкурс. 4, 5, 5, 4, 5. Музыкальный стем, Винницкие перцы. Все судьи — 5 баллов. Музыкальный стем, Триод-идиод, Смоленск. 5, 5, 5, 4, 5. Сейчас средние баллы за этот конкурс. Сумма по поводу всей игры, итог игры. И мы назовем 10-ю команду, которая тоже будет играть в этом сезоне в четвертьфинале. Итак, средние баллы за музыкальный стем. Прошу. Средние баллы за музыкальный стем. 7 холмов, 4,6 балла. Винницкие перцы 5 баллов ровно. Триод-идиод 4,8 балла. Ботанический сад 4,2 балла. Казахи 4,6 балла. Общий итог игры. Команда КВН «Семь холмов» Москва 11,8 балла. Команда КВН «Ботанический сад» Хабаровск 12,6 балла. Команда КВН «Винницкие перцы» 14,8 балла. Команда КВН «Казахи» Астана 15,4 балла. Команда КВН «Триод-идиод» Смоленск 15,6 балла. Итак, с выходом в четвертьфинал мы можем поздравить очередные три команды. Третье место и путевка в четвертьфинал. Команда КВН «Винницкие перцы», соответственно, город Винница, Украина. Второе место. Команда КВН «Казахи», Астана. Первое место в этой игре и соответствующий выход в четвертьфинал. Команда КВН «Триод-идиод», Смоленск. Итак, дорогие друзья, давайте разбираться, что же мы будем делать с 10-й командой. Как я уже сказал, варианты добора 10-й команды от наших болельщиков, с нашего сайта. Их было много, они были достаточно разноречивы, противоречивы, разнообразны. Кто-то вспомнил канат, который мы как-то перетягивали здесь для окончательного выяснения победителя. Кто-то предлагал голосование, СМС, дополнительную игру. Гадание на кофейной гуще у кого-то было в мыслях. Говорили о том, что должна быть команда, которая набрала наибольшее количество баллов. Тут есть субъективный фактор. Жюри у нас менялось на трех играх. Команду определяет жюри. Опять-таки, разное жюри. Команду определяют те члены жюри, которые были на всех трех играх. Их всего двое. Константин Эрнст и Юлия Гусман. Команду определяет президент Международного союза КВН. Команду определяет президент и те члены жюри, которые были на всех трех играх. Команду определяет президент Международного союза и редакторы высшей лиги и так далее, и так далее, и так далее. В общем, давайте сделаем так. Давайте мы выбрали вот с редакторами и с некоторыми членами жюри мы посовещались. И я как бы еще раз спрошу редакторов и спрошу председателя жюри и Юлия Гусмана, кто, по их мнению, должен оказаться... Кто? Значит так, дорогие друзья, я еще раз назову 9 команд, а 10-ю назовет председатель жюри. Итак, в этом сезоне, сезоне мечты, в четвертьфиналах играют следующие команды. Команда КВН «Кефир», Нягань. Сборная Краснодарского края, Бакса-участники. Сборная команда КВН Днепропетровска. Сборная Воронежской области 25-я. Команда КВН «Сок» Самара. Команда КВН сборная Якутии «Дежавю». Команда КВН «Триод-идиод» Смоленск. Команда КВН «Казахи» Астана. Команда КВН «Винницкие перцы» Винница. И 10-ю команду по рекомендации наших болельщиков, по их рекомендациям на нашем сайте, мы, посовещавшись, решили... Константин Львович, 10-я команда... Полиграф Полиграфыч. Полиграф Полиграфыч, город Омск. Всем командам удачи. Сыграны 3 игры сезона мечты. Теперь увидимся уже на четвертьфиналах. Пока!